Квест «Птичка невеличка». Берем враты у ловчего Бертольда. Итак, взяли мы квест у Бертольда «Птичка-невеличка» и отправляемся на поимку соловьев. Так, вот мы на месте. На карте. Это вот здесь где-то. Итак, мы слышим странный крик. Как только крик усиливается, мы ставим селок. Силу поставим. Итак, идем на поиски еще таких криков. Итак, на юго-восток от первого места нашего селка. Идем на юго-восток. Слышим еще один крик. Ставим наш селок на вторую птицу. От второго селка направляемся на юго-запад. Так, слышим крик третьей птицы и скидываем здесь ловушку. Давайте подождем некоторое время. Так, подождав пару часиков, я возвращаюсь за ловушками, которые уже накрыты тряпочкой. Это означает, что наши соловьи попались. Собираем остальные ловушки и возвращаемся к ловчему. Так, вот мы с нашим уловом вернулись к Бертольду.